права человека как таковые являются важнейшим приоритетом для всех стран, которые называют себя демократическими государствами, и для тех стран, которые строят демократические ценности, демократические институты и демократию в своей стране. Свобода и демократия – это та цель, которую мы ставим перед собой. Каждый факт нарушения прав человека у нас является предметом серьезного обсуждения не только в парламенте, не только у омбудсмена, который у нас создан еще 10 лет назад, не только у правозащитных организаций, которые созданы в Узбекистане, их предостаточно у нас, и не только эти нарушения являются объектом изучения Хельсинки Right Watch. И есть такие организации, как, например, Freedom House, руководителем которой я сам, как президент, недавно встречался, имел контакты. Для чего это я говорю? Я хочу сказать, что каждый факт нарушений, который отмечается правозащитными организациями, они изучаются, они анализируются и по ним принимаются меры.